прошло буквально 6 минут. У меня хватило, потому что жар еще хороший остался. Теперь берем соевый соус, добавляем. Всем привет! Вы на канале Риттер ТВ. Сегодня у нас отменная просто погода, и решил для вас заснять видосик. А рубрика у нас «Хочу пожрать». Сегодня готовим в казане, а будем мы готовить фунчозу. Да, друзья, вы не ослышались. Фунчоза в казане на костре. Погнали! Всем желаю приятного просмотра. Итак, друзья, вот что нам сегодня понадобится. Две морковки, такие средние. Паприка, болгарский перец. Это у нас получается красный и желтый. Огурец. Две луковицы, чесночок у меня молоденький. Самое главное, идет мяско. У меня здесь свинина 900 грамм, но я думаю, все я не использую. Именно нужно брать мяско, которое идет, ну, чтобы мало жира было. Нарежем его мелко, это покажу чуть позже. Теперь у нас идет рисовая лапша 200 грамм. Из приправ у нас идет копченая паприка, придает изумительный вкус, друзья. Соевый соус, перец, соль, немного уксуса понадобится. Кто уксус не уважает, конечно, может и не брать его. Ну и растительное масло, для тех, чтобы не говорили потом, что я в казан добавляю растительное масло, а его не было в начале ролика. Все, друзья, сейчас я все подготовлю. Ну и встретимся уже чуть позже, покажу вам, как я это все нарезал, друзья. Так что не переключайтесь, смотрите дальше. Друзья, в общем, я все подготовил. Мяско нарезан мелко. Также соломкой идет у нас морковка, соломкой идет огурец. Ну и, можно сказать, соломкой тоже болгарский перец, лук полукольцами. И здесь у меня 5 зубчиков чеснока, друзья. Сейчас я поставил чайник, сейчас нагрею чайник. В первую очередь запарим нашу лапшу фунчозную. Так она вроде называется, китайская стеклянная лапша. Запарим и потом уже переходим к казану и начинаем готовить, друзья. Чтобы вы понимали, у нас сейчас на улице 28 градусов, с меня вот прям течет, я не знаю, что будет у казана, по-любому будет еще жарче. Так что, друзья, чтобы вы понимали, в каких условиях я для вас снимаю. Ну ничего, погнали. В первую очередь открываем лапшу, у меня, как я уже и говорил, 200 грамм лапши. Открываем. Берем, конечно, емкость побольше, чтобы нормально там все запарилось. Так, тут какие-то нитки. Ну что, дорогие друзья, вскипел чайник, лапша уже в чашке. Теперь берем, все заливаем кипятком. Все, отлично. Теперь пусть стоит в кипятке, ждет своего времени. Друзья, в общем, распалил я печь, поставил казан. Теперь берем немного растительного масла, наливаем, и все это дело хорошенечко именно прогреваем, нагреваем, чтобы мяско сразу взялось корочкой. Ну что, нагрелось масло, теперь берем мяско и отправляем в казан. Все хорошенечко поджариваем до золотистой корочки. Ну что, друзья, обжарилось мясо. Теперь берем, добавляем лучок.
кислочком обжариваем еще пару минут. Обжарился лучок с мяском. Теперь берем чесночок, добавляем чесночок. И также все хорошенечко перемешиваем. Вот запах пошел. Чеснок — это вещь. Теперь добавляем все наши овощи. Первым делом идет морковка. Теперь идет болгарский перец. Все хорошенечко перемешиваем. Вот это красотень! Теперь отправляем огурчики. А сейчас добавляем специи. Берем черный перец. Черный перец, друзья, и соль по вкусу. Копченая паприка. Ну и жара стоит здесь, друзья. Ну и теперь соль. И опять заберем, все хорошенечко перемешиваем. Теперь убавляем огонь, делаем минимальный, накрываем крышкой и тушим где-то минут 7-10. Прошло буквально 6 минут, у меня хватило, потому что жар еще хороший остался. Теперь берем соевый соус, добавляем. Немного соевого соуса. И теперь хорошенечко опять все перемешиваем. Вот теперь это именно цвет. Копченая паприка. Соевый соус дало свою. Накрываем крышкой еще на пару минут. В общем, прошло еще пару минут. Я все обжарил, потушило все. Теперь берем рисовую лапшу нашу, добавляем в казан. Сверху. Вот так вот. Теперь что мы делаем? Мы берем соевый соус и добавляем еще на рисовую лапшу. Немножко, чтобы она только цвет взяла. Ну а теперь, друзья, теперь хорошенечко все перемешиваем. Ну и скоро уже наше блюдо будет готово. Все хорошенечко, все перемешиваем. Вот это вот красотень. Ну как все перемешалось? Берем немного уксуса, только для тех, кто любит уксус.
меня даже еще закрытый. И добавляем немножко уксуса. Все, достаточно. Теперь также все берем, заново все перемешиваем. Закрываем крышкой. И снимаем с огня. Даем немного остынуть. И уже встретимся на дегустации. Наше блюдо готово, друзья. Ну что, друзья, в общем, наша фунчоза в казане на костре готова, друзья. Посмотрите. Красотень. Это просто бомба получилась. А запах какой, именно вот эта вот немножко нотка вот этого вот уксуса, она придает вообще все бомба получается. Реально, кто уважает уксус, по-любому добавляете. Если вы сделаете точно так же по этому рецепту, как я его готовил, то, блин, не пожалеете. Сейчас будем дегустировать. Миско. И вот это именно в горячем виде отменно. И также и в холодном виде. Но, если честно сказать, в холодном виде мне больше нравится. Но это просто, блин, не сравнить ни с чем. Это просто бомбически. Это кайф. Кайф чисто для желудка. Я бы добавил, конечно, бы еще побольше уксуса, но у меня дома сильно его не любят, поэтому каждый добавляет себе потом еще в тарелочку. Это просто кайф. Готовьте по этому рецепту, не пожалеете. Самое главное, миско режьте тоненько, мелко. Тогда будет в 2 или в 3 раза вкуснее. Блин, у нас жара сегодня конкретная. Уже сейчас посмотрел, 29 стоит, а на солнце ощущается как 32. А вы представляете, что у казана было? Блин, оторваться невозможно. Ну все, друзья, долго дразнить вас не буду, а то разыграется еще очень большой аппетит, а у некоторых возможностей в данный момент нету пообедать или поужинать. Я не знаю, в какое время вы будете смотреть это видео, но по-любому, я думаю, аппетит разыграется, друзья. Так что готовьте по моему рецепту, у кого, конечно, возможность есть, у кого возможности нету в казане готовить, готовьте на плите, в сковородке, но могу сразу сказать, что результат не тот будет. У меня уже видео было, где-то год назад я снимал фунчозу, делал я дома, но скажу вам, блин, небо и земля, вот две разные вещи, вот реально бомбически просто, советую всем приготовить. Вы поддерживаете меня, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что от этого продвигается ролик, друзья. Очень надеюсь на вашу поддержку, так что давайте, поддерживайте меня. Ну и пишите свои рецепты, обязательно, как возможность будет, приготовлю по вашим рецептам. Не раз мне присылали рецепты, и я делал по этим, по рецепту подписчика. Так что, друзья, давайте, поддерживайте меня. И если понравился ролик вообще бомбический, то отправляйте в соцсети, делитесь с друзьями, чтобы нас больше было. Потому что на канале уже почти 3000 подписчиков. Давайте мне сделаем праздник. 3000 подписчиков — это уже, я считаю, достижение. Так что, друзья, давайте, долго не буду с вами разговаривать, не буду вас дразнить. Встретимся уже скоро в следующем ролике. Всем здоровья, друзья, всем пока. Смотрите всегда канал Риттер ТВ и готовьте по моим рецептам. Это была рубрика «Хочу пожрать». Мы готовили фунчозу в казане на костре, друзья. Всем пока!